Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим филе куриное, нежнейшее филе куриное барбекю на гриле. Для этого мы возьмем куриное филе, у меня домашний соус барбекю, рецепт есть у меня на канале. Добавляем специю карри, соль, перец. Желательно промариновать его ночь, то есть замаринуйте с вечера, а утром уже можно приготовить. Ну, минимум хотя бы помаринуйте минут 30-40. Разогреваем сковородочку гриль, смазываем растительным маслом и укладываем маринованное куриное филе. Обжариваем 4 переворота по 3 минуты. Пока мясо жарится, готовим соус винный. У нас остался маринад, в котором мы мариновали курочку. На сковородку мы вылили красное сухое вино, добавили этот маринад и упариваем соус. Добавили мед, столовую ложку, и продолжаем упаривать. И следим за мясом. Прошло 3 минуты, перевернули. Прошло еще 3 минуты. Для того, чтобы был квадратик, вот как я показываю, меняйте положение мяса. И таким образом у вас будет насечка квадратик, что очень красиво смотрится. Все, мяско пожарили. И тщательно упаковывайте его в фольгу, чтобы не было ни одной дырочки. Соус тем временем мы уварили, процедили через сито, охладили и добавили сливочное масло. Если не хотите за каждым разом мыть сковородку, можете пожарить филе на сковородке гриль, накрыть ее пергаментной бумагой. Готовим под гарнировочку. Кабачки смазали оливковым маслом, также обжариваем до состояния альдента, буквально чтобы сделать насечку. Вот и все, переворачиваем уже. Солить, перчить уже после приготовления или даже перед подачей, тогда остается сладость у кабачков. Филе наше в фольге полежало минут 15, доготовилось там, осталось сочное, нежное, очень вкусное мясо. Приготовьте таким образом, вам очень-очень понравится. Мясо не пересушенное, его можно употреблять и для пиццы, и для салатов, и для много-много разных блюд. Это уже ваша фантазия. Укладываем в кавычки гриль, мясо, поливаем винным соусом, украшаем и подаем. Ну что ж, мои дорогие, филе куриное гриль барбекю мы приготовили. Приятного вам аппетита. Заходите на мой канал, будет очень много интересного. До новых встреч!